Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в салон Барбершоп. Меня зовут Екатерина. Да, я новенькая. Я очень рада вас видеть. Да, у нас сегодня акция в честь праздника. Да. Маленький сюрприз. Проходите. Да, я вас буду обслуживать. Да. Вы не записывались, да? Нет, ничего. Все в порядке. Да. Решили обновиться, да? Угу. Может, я посмотрю, что-то уже конкретное решили? Угу. Ну, давайте сначала сейчас я одену у вас полотенчика, чтобы волосики, да, не испачкали вашу одежду. Давайте так, накидочку одев. Ну что? Вы, видимо, давно у нас не были, да? Сейчас я определю, какой у вас волос. Да, достаточно твердый. Вы, видимо, не пользовались этими штуками. Да. Специальным кремом, маслом, ну ничего. Так. Ну, достаточно жесткий. Ничего. Вот здесь по бокам нужно убрать, да? Хорошо. Вы, может быть, какую-то конкретную хотите или обычно что носите? А, так. Я хоть и новенькая, но получила много кубков по самой лучшей мужской породе. Я вам советую, знаете что, эспаньолку. У вас борода позволяет сделать такую круглую. Или, может быть, вот здесь немножко убрать. Да, вот здесь не трогать, да? Но можно сделать еще якорь вашему типу лицо, это подойдет. Да, или утиный хвостик. Но это значит, что, знаете, она такая будет длинненькая и острая. Да, как хвостик удочки. Нет? Еще можно сделать велосипедный руль или козлиную бородку. Да, так называют. Такие вот названия. Ага, вот да, вот знаете, вот немножко она такая, и вот здесь чуть-чуть такая, чуть-чуть бородки. Здесь у нас по бокам будет убрано. Да. Ну вот смотрите, получается, вот здесь не будет бородки, вот здесь уже ближе к подбородку, то есть вот здесь, да, вот здесь будет. Хорошо. Сейчас я вас расчешу. Ну, вообще вашему типу лицу все к лицу. Потому что. Да, очень хорошая форма лица. Мне все нравится. Можно все что угодно творить на вашем прекрасном лице, и получится очень красиво. Да. Ну, у вас
вас очень правильная внешность. Да, хорошие скулы. Правильный подбородок. Да. Мы тем самым покажем его величественность. Все верно. Нет, наоборот, борода — это стиль. А вы не всегда носили бороду. Недавно. Но я считаю, что вам очень идет. Очень, да. Вот сейчас я расчешу. Расчешу вашу бороду. Конечно, перед праздником нужно приготовиться, освежись, тем более скоро весна, а вот здесь немножко не хватает волосиков, но ничего страшного, я сделаю что-то оригинальное. Что-то очень интересное, что не похоже у других. Вы скажите за оригинальность. Да, вам нравится что-то такое необыденное. Да, все-таки праздник. Мне очень охота, чтобы вам понравилось. Чтобы и вернулись, конечно же, к нам еще раз. Да. Вам удобно? Да? Все, шейка, хорошо? Да? Посмотрите на меня. Нет, я не волнуюсь, не переживайте. Просто мне очень охота сделать все правильно. У вас мало времени? Если хотите, то я, конечно же, ускорю наш процесс. Но мне бы хотелось все-таки сделать вам не только качественно и красиво. Мне охота, чтобы вы отдохнули в этом кресле, чтобы вы почувствовали, как это приятно находиться в руках специалиста. Пожалуйста, отдыхайте. Пожалуйста, отдыхайте. Я все сделаю быстро. Хорошо. Не о чем волноваться. Да. А, с работы? Сейчас, наверное, на праздник пойдете. Отдыхать будете, да? Здорово. Нет, я завтра работаю тоже. Да, все выходные. Ну, так получилось. К сожалению. Ну, я не расстраиваюсь, мне очень нравится. Мне очень нравится работать с мужчинами. Да, я заряжаюсь энергией. И я чувствую себя очень женственной, когда я с мужчинами. Да, мне очень приятно. А вам? Вот, я все расчесала, и я все-таки думаю, что да, я вот здесь вот так вот достану. А вот здесь я немножко вот так вот. Я думаю, что будет круто. Вам еще так никто не делал. Уверяю вас.
никто. Никто вам так не делал, как сделаю я. Поверьте мне. А давайте поспорим. А я готова. А чтобы лучше они поддавались мне, ваши волоски. Так. Ну, для начала их нужно размягчить. Так. Да. Размягчить. В этом теле самое главное не жалеть средства, никакого вообще не жалеть, и тогда получается равномерно и очень качественно. Вот так. Пена мягкая, с приятным запахом расслабляющим. Мужским расслабляющим запахом. Да, еще здесь намешано в это пене аромамасла, которые специализируются именно на том, чтобы раскрыть мужской потенциал, чтобы повысить либидо, да, повысить эндорфины, и кортизол. А вот так вам еще никто не делал. Да ведь? Скажите, бровки будем обновлять? А вы никогда не делали? Ну вот смотрите, мы можем немножко вот здесь убрать, и уже взгляд распахнется. Ну, станет моложе. Да, это такая визуализация, когда вот здесь убираешь, то кажешься моложе. Хотя мужчине всегда идет возраст. Да, давайте. Я думаю, что аккуратно. Острым лезвием. Не шевелитесь. Ничего не говорите сейчас. Так. Не волнуйтесь, все в порядке. Все под контролем. Здесь я немножко просто сосредоточенная. Да. Для меня это очень важно. Так, хорошо.
редко комплимент. Но бывает, мы стесняемся говорить мужчине комплимент. Но я считаю, что это очень важно. Говорить комплимент. А, сегодня пойдете гулять? Правильно, конечно. Знаете, отдыхайте. Знаете, наслаждайтесь. Позволяйте себе все, что хотите. Я считаю, что не нужно ждать определенного часа, дня, тем более уже года. Один. Делайте все, что хотите. До свидания. Я с удовольствием пойду на свидание с вами. Да. Вот. Я, можно сказать, все. Идите, посмотрите в зеркало. Я не знаю, я привыкла на вы. Можно и на ты. Да. Ну, посмотри в зеркало, иди сходи. Да? Так, ладно. Садись, еще небольшая процедурка. На это я почищу тебе ушки. Я хочу вас поздравить с 23 февраля, с Днем мужчин. Спасибо вам большое за то, что вы есть. И всегда поддерживайте нас, да. Спасибо за вашу силу, за ваше мужество, за вашу стойкость, за то, что вы такие прекрасные. Мужчины. Я обращаюсь к вам как к лицу всех мужчин. Да, перестаньте всем.